Доброе утро, Бокер Тов. Я прочитал интересную версию происхождения слова «харсина». В переводе с иврита на русский язык это «фарфор». «Харсина» – это составное слово, и состоит оно из двух слов. «Херес» – это глина, глина, из которой делают глиняные изделия, глина как материал. И также сами глиняные изделия или черепки, то есть обломки – это «херес». И слово «син». Син – это Китай, то есть харсина – это глина, произведенная в Китае, или глиняные изделия, произведенные в Китае. Китайская глина или китайское изделие из глины – фарфор. Я надеюсь, что это было интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литраут. До свидания.